сегодня здесь происходит боксерское шоу, супер-мега-боксерское шоу под эгидой боксерского клуба «Сикарио». А также генеральными спонсорами этого всего мероприятия являются загородный клуб «Лейк Парк», а также благотворительный фонд «Солидарность» во главе с Александром Владимировичем Петровским. Это вечер бокса обычно, не какие-то профессиональные соревнования, не чемпионат ни Украины, ни мира, ни Европа, а просто вечер бокса. Соответственно, все были на карантине, занимали слабо. И то есть так развеяться, раскидаться, то как бы хороший турнир, но не больше. Поэтому все мы не в самой лучшей форме. Соответственно, не я в лучшей форме, не мой соперник в лучшей форме. Все не получалось как раньше. То есть немного ноги не так прыгают, немного руки не так летят, бьют. Как бы, ну, соперник был, он, ну, не боксер, видать, был, а был смешанник или что-то такое. Поэтому по боксу сильно тяжело бы выиграть его, ну, не было бы сильно тяжело выиграть. Проведем вечер бокса отлично, хорошее место, природа, призы хорошие. Люди уже соскучились за культурой, соскучились за спортом. Действительно, это такое вот зрелище, которое, нельзя сказать, отвлекает. Оно дает радость и дает, ну, вот получение, ощущение удовлетворенности, скажем такой. Поэтому, ну, вы видели молодежь, да, вот полный драйв, все вообще в восторге от того, что происходит. Но в связи с тем, что карантин на сегодняшний день уже имеет послабление, мы можем проводить такие мероприятия. Фонд является официальным партнером данного турнира. Такой турнир действительно проходит впервые. И, ну, я думаю, это неплохо, когда сорганизовывается несколько участников и проводят такие соревнования. Первый старт мой, так сказать, разгрузили людей после карантина, сделали им приятный вечер. Спасибо «Сикарио» и «Лейк Парку» за эту организацию, то, что дают людям возможность выйти после карантина с хорошим настроением и продолжать жизнь. Это новый для меня вес после карантина. До карантина весил 74, после карантина 81. Поднабрал немножко, но я не бездельничал, занимался дома, качался, отжимался, по возможности бегал. Немножко пропускал лишнего, но хотелось сделать шоу, чтобы было интересно зрителям. Зритель любит драму, поэтому немного застаивался и получал удары. Хороший абонент, очень доволен им, выбирал его, общался с тренерами. Он чемпион мира, неоднократный, причем 9-кратный чемпион Украины. Левша, неудобный, для меня это вес новый, для него привычный. Поэтому было интересно с ним боксировать. У него не получалось, немножко, я думаю, суеты. Он не привык на такой публике выступать, но это бесценный опыт. Это бокс. Это такой вид спорта, где даже самый слабый соперник, он может оказаться очень сильным. По той причине, потому что здесь бьют, понимаете, и можно просто пропустить какой-то удар, и ты окажешься на полу. Вот. Поэтому каждому сопернику здесь относишься с уважением, с большим уважением. Это испытание, прежде всего. Это переступ через страх, потому что вы не понимаете, как узнали дату турнира, да, и сказали, что все, ты боксируешь. Вот с этого момента начинается подготовка. Подготовка больше идет моральная, нежели физическая. Вот этот момент, когда переходишь в ринг, и гонг, первый удар, это такое впечатление, что ты вот сейчас вот-вот-вот нырнешь не в бездну, потому что ты не понимаешь, что там будет. А самое главное, чтобы участники, которые участвуют в этих соревнованиях, они стремились быть лучше, они стремились быть сильнее, они стремились быть честными, потому что победа, ну, как вы знаете, она приходит честным путем, да. Вот. Не всегда есть победители, есть и побежденные. Но здесь у них насколько это все сплоченно, настолько это все вот взаимосвязано, они даже по окончанию боя, да, один победил, один проиграл, как правило, но все равно с какой-то такой теплотой, с таким вот, знаете, с таким рукопожатием, вот с добрым взглядом, с добрыми глазами они вот уходят с ринга. Обычно боксирую в весе до 70 килограмм, в этот раз боксирую в весовой категории до 75 килограмм.
Это после карантина подобрал чуть-чуть. Да. Карантин проходил в подготовке у нас, я заранее знал, что будет турнир. Тщательно готовились, пытались подобрать правильную технику на бой, тактику. Первый раунд чуть сонный был, потому что был большой, простой, не боксировал долго после чемпионата мира. И первый раунд такой проспал, можем так сказать. В втором раунде уже включился на остановы тренера, постановление на бой старался выполнить. Хороший соперник, я ранее был знаком с ним. Хороший парень, хорошо боксирует, хорошая у него техника разнообразная. Если не ошибаюсь, представитель карате. Как бы не могу сказать, что разница в классе большая или тому подобное. Просто в нужный момент я включился и послушал тренера, правильно выполнил задание тренера. Запретов было даже, скажем так, неопределенное количество, а много, потому что всех сотрудников нужно организовать, обеспечить масками, перчатками, и все дезинфицировать. На самом деле сейчас это достаточно сложно и затратно, скажем так. Но мы постарались это сделать. Как вы видели, у нас все сотрудники в масках, в перчатках. На каждом баре, на каждой выдаче стоит антисептик, которым можно обработать руки. В каждом санузле тоже предусмотрены все средства гигиены для того, чтобы избежать инфицирования, не знаю, бактерий и так далее. Сегодня я увидел, как парни боксировали, как вы это все организовали для того, чтобы у нас генофонд Украины процветал и как бы распространялся в нормальную сторону. Но все это хорошо. Вы организатор этих соревнований, но мероприятие этого. Но сегодня я был очередной раз убежден, что наше руководство области, города Днепропетровска и города Новомосковска законченные. Почему? Объясню. Потому что ни одного руководителя сегодня не было здесь на мероприятии. Я знаю, что вы приглашали, вы. Они должны прийти и просто вручить этому парню грамоту. От них ничего не требуется. Для них это была память на всю жизнь. Но сегодня они заняты своими меркантильными вопросами. Они сегодня хотят опять стать мэрами, чтобы строить мост, чтобы строить набережную, чтобы строить метро и тому подобное, и воровать копейки. Но, дорогие мои друзья, за ваше будущее я вам благодарен чисто по-мужски, что вы настоящие люди, которые организовывают такие праздники. Я вас благодарю от всей души. Турнир один из первых в Украине после карантина. Это очень здорово. Бокс вернулся в семью, как говорится, в сердца миллионных людей, любителей, болельщиков. Это очень здорово. Молодежь будет развиваться. Сегодня бокс, сегодня праздник. После такого, можно сказать, отсидки дома. Всех обнял, всем спорт, всем бокс, всем любовь. Краще бокс и тильки бокс.